Меня зовут Кристина, мне 35, и я одинока. Всю жизнь меня дразнили за мою горбинку на носу. Возможно, в этом была причина неудачи в личной жизни. И однажды я поняла, что больше так не могу. Я решилась на ринопластику. Но я не могла предположить, что будет еще хуже. Я поняла, что должна восторжествовать справедливость. И обратилась за помощью к медицинскому юристу. После длительных судебных тяжб мы выиграли дело, и я переделала нос в другой клинике. Девушка, извините, а мы раньше с вами нигде не виделись? Возможно. С Роско Золушка станет принцессой. Гарантированно.